На конкурс дети читают стихи. Школа 49, город Новоуральск, Свердловская область. История Хуторова, школа 49, город Новоуральск, 3-й В-класс. Борис Захадарь, вредный кот. Петь, здорово! Здравствуй, Вова! Как уроки? Не готовы. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Уходи, кричу коту, мне и так не в моготу. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стул, притворился, что уснул. Но меня же не обманешь, а ты спишь, сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен, раз его за хвост, а он мне руки исцарапал, скатерть со стола стянул, все чернила пролил на пол, все тетрадки мне заляпал и в окошко улизнул. Я кота простить готов, я жалею их котов, но зачем же говорят, будто сам я виноват. Я сказал открыто маме, это просто клевета, вы попробовали сами удержать за хвост кота.